город славный, что на реке Осетр красуется, а купола его золотые в синь реки любуются. Празднует сегодня наш Зарайск свой день рождения, принимает в дар подарки, поздравления. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на праздничных мероприятиях, посвященных дню рождения нашего любимого города. Мы находимся с вами в живописном месте на реке Осетр, где сегодня впервые в истории нашего города состоится замечательная акция под названием «Осетровые Осетру». Для открытия праздничного мероприятия слово предоставляется главе городского округа Зарайск Виктору Анатольевичу Петрущенко. Помните, когда мы строили набережную, сколько было критики? Не так строим, снесет, сломается и так далее. Назло всем, наша набережная стоит, не затопило, не снесло. И сегодня радует не только жителей городского округа Зарайск, но и наших гостей. Сколько у нас было в прошлом году, этой весной, критики по поводу нашей плотины. Что не построим, купательный сезон не будет открыт и так далее. Плотина сегодня мы видим какая. Буквально еще, ну может быть, недели полторы-две мы установим мостик, и у нас будет переход по плотине на ту сторону, и завершим благоустройство с этой стороны, и мы получим еще такое одно место притяжения, где будет радовать наших жителей. Все это, конечно же, благодаря нашему губернатору. Он подарил нам это, и спасибо ему за то. Но сегодня здесь много людей, которые говорят: «Осетр маленький, щука съест, браконьеры выловят», и так далее. Хочу сказать, что назло всем, всем, кто так думает, эта сверлятка вырастет, будет здесь нереститься, и я надеюсь, что через 5-6 лет мы сможем тогда действительно уже будем ловить эту рыбу на удочку. Сегодня я хочу обратиться всем жителям нашего городского округа. Вы знаете, что у нас нету егерей, да, у нас нету рыбнадзора, и мы с вами должны стать и егерем, и рыбнадзором, и беречь то, что сегодня у нас получается. Огромное спасибо, хочу сказать, Росрыболовству. Они к нам приехали, они сделали анализы воды. И хочу сказать, что у нас тут специалисты есть, которые скажут, третья река в Московской области – это Волга-Ака и Осетр, где запускают рыбу осетровую. Спасибо Росрыболовству, спасибо Объединенной энергетической компании, они тоже присутствуют, это эти люди, которые смогли проплатить этого малька и подарить сегодня нам это чудо. Всех с днем города, всем крепкого здоровья, хорошего настроения, улыбки, эмоций и мирного неба над головой. С праздником у вас! Давайте поприветствуем повелителя рек, озер и морей, которые прибывают сегодня на праздник, чтобы поздравить всех гостей и славных жителей города с замечательным праздником. Зарайску сегодня 877 лет. С днем рождения, Зарайск! Ну а мы встречаем Нептуна. Здравствуй, люд зарайский! Здравствуй, город, с праздником! С днем рождения, Зарайск! Какая погода сегодня! И вода радуется, и земля радуется, и люд зарайский какой! Давайте сегодня будем дарить друг другу улыбки, хорошее настроение, поздравлять наш любимый город с праздником! Нынче река широко разлилась, нынче вода высоко поднялась. Могучие воды Осетра готовы принять в дар рыбу благородную. Повелеваю праздник продолжать. Не будем долго торжественного момента ждать. Самый торжественный момент. Буквально через несколько секунд река Осетр примет в дар 16,5 тысяч особей мальков стерлиди.
Рыба стерлить относится к семейству осетровых. Это знаковое событие, впервые в нашем городе, и это очень долгожданно и почетно для каждого жителя города Зарайска. А вот здесь еще давай. О, все, супер. Все. Сегодня Зарайску 877 лет, день рождения нашего самого красивого, прекрасного, любимого города, округа. И, как правило, мы знаем, что все люди, когда идут в гости на день рождения, дарят подарки. И вот у нас сегодня такой большой подарок. Это подарок, наверное, исторический подарок. Это впервые в нашем округе за все времена, которые были. Сначала нам Андрей Юрьевич подарил плотину, и благодаря тому, что у нас появилась новая плотина, было, скажем, мы попытались попросить Андрея Юрьевича, как бы так, чтобы еще в осетре были осетре. Дальше он связался с Росрыболовством, ну и дальше все закрутилось. Ну, скажем, это было все, чтобы сегодня вот это мероприятие состоялось. Это работа 3 месяцев, потому что это сегодня третья река Московской области, в которую запускают осетровых. Это у нас Ака, Волга и теперь Осетр. Специалисты, институт рассчитал, что сюда можно вместимость осетровых, это 26 тысяч экземпляров, 26 тысяч штук. Перед тем, чтобы запустить, были очень серьезные исследования. Приезжали специалисты, которые брали воду, которые изучали ил, береговую всю флору. И хочу сказать, что все срослось. Наша вода оказалась идеальная для того, чтобы здесь росли и размножались осетровые. Ну и сегодня тот день настал, на День города, у нас такой большой подарок. Вы видите, сколько людей, сколько эмоций, сколько радости у детей. Еще раз огромное спасибо нашему губернатору, Росрыболовству и объединенной энергетической компании, которая поучаствовала финансами по закупке этого малька. Я думаю, не надо искать.